Здравствуйте, с вами передача «Дом, сад, огород» и Наталья Джоева. Мы опять в гостях у Гиули и неспокойного курятника. Продолжим нашу интересную беседу о курах. В этой красавице в новогоднем костюме. Кто это у нас? Ну, тут у нас гуляет одна цесарка. Честно говоря, с цесарками я пока не очень разобралась. Ну, могу сказать, что это довольно-таки здоровая, сильная, живучая птица. Не боится никаких вообще морозов. Уживается со всеми курами абсолютно. Без разницы, с кем ей жить. И при том защищает кур. Да ты что, да. Она еще она вместо сторожевой собаки, да? Ну да, где-то вот. Кушает, как обычно, с курами, несется тоже неплохо. Ну, не так, конечно, как куры. А вообще, вот цесарка, я первый раз вижу, это мясное или яичное, или это декоративное, что это? Цесарка, есть бройлерные цесарки мясного направления. А так они как, фактически, как я не пробовала мясо, но говорят, похоже на дичь. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Я еще не пробовала. Не знаю пока. У меня такое ощущение, просто это как красиво. Бронетранспортер такой ходит сам по себе. Очень просто интересно. Красиво. Я, допустим, собираюсь еще фазанов заводить. Фазанов? Тогда мы приедем, обязательно посмотрим, что же такое на фазан. На следующий год, наверное, уже буду выводить. Ага. И, Гиуля, в прошлой передаче ты нам сказала о вентиляции, о ее важности. Да. Можно нам посмотреть, вот как устраивать вентиляцию в курятнике? Да, можно. Угу. Вентиляция обязательно, потому что если цыплят много, очень сильно повышается влажность курятники, и из-за избытка влаги могут быть опять-таки проблемы, даже связанные с расклевом. Поэтому если в курятнике курятник закрытый, допустим, блочное строение, то вентиляция там обязательно нужна. Давайте посмотрим. Гиуля, мы зашли в помещение, это у тебя для цыплят. Это именно помещение было построено для цыплят, изначально для бройлеров. То есть есть такая, ну, это не порода, их кросс, бройлер, значит, коп 500 и рос. Российский бройлер, коп, по-моему, чехословацкий или польский, Польша. Ну, разные, французское яйцо бывает бройлерное. Эта порода, она быстро растет, и мясо очень мягкое, вкусное. Все зависит от того, как ее кормят тоже. Вот. И бройлер у меня всегда бывает отдельно, он не контактирует с другими курами. Почему? Потому что у этой породы, ну это не порода, у этой птицы нет иммунитета совсем. Да, то есть, они больные, да? Нет, они любят подхватить все, да? Да, они все могут подхватить, поэтому там, где у меня находится бройлер, мы дезинфицируем полностью помещение. Чем? Вот в курятнике, вот чем? Вот я хочу бройлеров завести, чем я должна дезинфицировать? Так, прежде чем, допустим, заводить бройлера, вот у нас на будущий год я предполагаю их опять завести, то есть мы здесь стены будем белить однозначно, во-первых. Потом... Что-то добавлять в побелку нет, будете? Просто побелка. Дальше есть такое средство, как экоцид. Аозна от клещей, да? Нет, не от клещей. От клещей энтомазан вообще очень хорошее средство. А экоцид – это дезинфекционное средство в виде порошка. Разбавляется водой, смотря какая концентрация и что дезинфицируется, для чего. Я этим экоцидом брызгаю полностью все стены, пол, допустим. Оставляем вот так, это все высыхает, и все, помещение чистое. Дальше у меня, когда бывают, допустим, будут цыплята, у меня на входе будет лежать специальный... Ящичек? Нет, он называется... Туда мы ступаем ножками, да, и там какой-то раствор. Мы раствором, да, раствором заполняю, наступаю, прохожу, потому что заразу к ним можно занести с улицы. Хотя в прошлом году у меня бройлер гулял на улице. Но я тогда кур загоняла, потому что куры были здоровые, соответственно, я не боялась. У меня, значит, взрослых кур, я пришла к такому выводу, что или я вывожу кур из своего яйца, чтобы не заносить инфекцию, или я взрослых кур однозначно покупать не буду. Потому что или если покупается взрослая курица, но у меня племенные, они дорогие,
каждая из этих петухов и кур по 3000 рублей стоит, если покупать взрослого. Я купила в позапрошлом году петухов по 3000 каждого. Кохов, брам разной расцветки. Вот. И они должны быть на карантине недели две. Дальше вот когда у меня бывает бройлер, помещение в присутствии птицы дезинфицируется всегда йодными шашками. Первый раз такое слышу, йодная Нет, шашка. Есть, такая, есть такое средство, называется Диксам. Они такие йодные, ну, вот, круглые шарики. Оно зажигается в присутствии птицы и проходит санация, как бы закрывается все полностью помещение, зажигает, поджигается, и птица дышит вот этим препаратом. То есть там йод в составе еще с чем-то, точно не помню. И вот, вот эти хрипы лечит, притом еще лечит хрипы, кашель, чихание, простуду, ну вот такие эти. А в зимнее время, допустим, что птица не болела, если есть, если, допустим, у соседей заболела птица, начала чихать и кашлять, да, вот тогда можно пропаивать птиц лазикормом. Очень хорошее средство, иммуностимулирующее. То есть вот как у людей, при гриппе мы пьем витамин С, вот такое же, ну, грубо говоря, да, вот такое же действие оказывает лозикорм, есть еще, ну, вот этот диксан, допустим. А так самая лучшая дезинфекция – однохлористый йод. Однохлористым йодом. Засыпаю в банку, допустим, или в ведро, режу туда алюминиевую проволоку, и заливаю вот это средство однохлористым йодом. Идет реакция. Да. Начинается это все через минут, через пять. Начинается дымить, и очень сильная реакция происходит, и комната заполняется вот этим дымом. Так, а курочки там должны быть? Нет. Нет, можно, можно, говорят, можно с курочками, но я не знаю, как это на практике не делала. Я их выгнала. Значит, где-то в течение полдня происходит закрытое помещение, потом я проветриваю и уже вечером загоняю кур. И все-таки давайте коснемся вентиляции вот в таких блочных курятниках. Что же нам, как ее устраивать? Ну вот этот вентилятор, он довольно мощный. На это помещение его вполне достаточно. Вентилятор должен быть... не слабый, иначе он не сможет осилить. Сейчас у нас видео. А, не то включила. Вот. Он тихий. Ну, не такой уж. Не такой уж тихий. Это он сейчас. Вот вентилятор, когда бывают здесь цыплята, вентилятор включен постоянно. То есть мы его не выключаем. Понятно. Вот с этим разобрались. Ну и давай. Сейчас покажем еще одну породу, которая у тебя вот там где-то спряталась, да, я есть видела. Еще одна порода. Пойдемте посмотрим, что же еще удивительного мы можем увидеть. Здесь уже у нас находятся кохинхины, ну, сокращенно кохи. Ну и черная брама, она у меня здесь находится. Я могу потом показать, какая разница между кохом и брамой. Так на вид, если посмотреть, они одинаковые, ничем не отличить, только по гребешку. Здесь вот сейчас я их выпущу и посмотрим. Здесь у меня, значит, два цвета коха. Мрамор, кох, петух и две курочки. Палевый кох, вот там был один петух большой, но он уже как бы ослеп на один глаз, поэтому... А здесь его сын, вот. Палевые с черными вкраплениями. Здесь такая же курочка. Ну, в общем, белые у меня были кохи, но, к сожалению, что-то у меня там собака утащила, и остался только петух, он живет с брамой. Вот кохи, они тоже мясная порода, но они больше на шариков похожи. Брама, если брама, она такая высокая, она длинная. Огроменные ноги, да, балерины. Да, на длинных ножках и подтянутые, то кохи, они как шарики. Они такие пушистые, но тоже мясная порода, где-то до 4 килограмм, 4-4,5, ну максимум 5, ну до 5, по-моему, не дотягивают. Давай отпустим, и телезрители посмотрят, что же это за красивые шарики. Смешарики сейчас побегут. Что-то им, вот им точно холодно.
Вот Брама черная. Угу. Последний это вышел, да. Брама. Это у него в детстве его хорошо поклевали, и хвост вырос вот такой. Половина хвоста. Бог смотрит, да, как чубчик. Никаких особых этих отличительных условий в содержании, кормлении с Брама от Брамы и джерсов нету. Это тоже мясная порода, то же самое. Несутся они не очень. Меньше где-то 100-130 яиц, 110-130 яиц, наверное, в год, где-то вот так. Ну, не знаю, как-то они мне нравятся. Мясо, да, много, и мясо вкусное. Uh-huh. Вот, но растут они дольше, чем брамы и джерси, конечно. Но когда они вырастают, сейчас чуть-чуть они некрасивые, как бы непрезентабельные, потому что вот расклевали хвосты друг у друга. Вот черная брама курочка, и вот петушок черная брама. Чем отличается, допустим, друг от... Вот петушок Коха, и вот петушок Брамы. Это молодой петух, ему еще года нету, ему уже год есть. Вот чем, допустим, отличается, я могу сейчас показать. Так, вот наш красавчик, вот Брама. И у Брамы... Да, он такой. У Брамы гребень, он как вот грибовидной формы, или как это сказать. Ага. Он вот такой, в три ряда. Рядов, да, три ряда должно быть. А у Коха простой? А у Коха листовидный гребень. Вот это Брама, а вот Кохи. Да, вот там петушок, да. Да. А там обыкновенные. Обыкновенные. Угу. Гиули, а вот там еще гуляет одно стадо. Расскажи нам, что это за породы там у тебя смешанное, да? Там молодняк в основном, молодые, поэтому я их с большими пока не смешиваю, но там есть молодые брамы и есть еще несколько пород. Это маран голубомедный. Ага, вот это красивая. А дальше? И амираукана у меня с голубым яйцом, которые несут голубое яйцо. Какая прелесть. А по вкусу эти яйца какие? Обычные. Еще есть кто? Фавироли. Как повторить? Фавироли. Фавироли? Какое красивое название. Это французская порода тоже курицы. А они яйценоские? Они яйценоские, и у них очень вкусное и мягкое мясо. Фавироль именно порода яичного направления, хотя мясо там около 3 килограмм, тоже немало. То есть это такая универсальная порода. И яйца хорошо несут, и мясо очень вкусное, и яйцо вкусное, и мяса немало. Это все, что мы успели рассказать вам. Надеюсь, уважаемые телезрители, почерпнули много нового, интересного, что пригодится, что убережет от ошибок, когда они будут заводить кур. Гиули, что-то еще хотела добавить? Ну, с курами эта тема такая большая, что я не думаю, что там за несколько передач это можно насчет лечения охватить, да. Ну, как, вроде... какие-то крупицы мы все-таки узнали, да. И мы, надеюсь, не попадем в подводные какие-то камни, не напоримся на них, когда будем заводить курочек. Спасибо, смотрите нас в следующих передачах. До свидания. До свидания.